Это Sharp 3 семерки. Проверка коэффициента детонации. Измерительная магнитная лента 3 лит 1DS4. Детонация, скорость. Частота, записанная на ней, 3150 Гц. По факту 3165. Уровень 0 дБ. Поехали. Проверка индикаторов показывает. Ровно 0 дБ, настройка в нули. Поехали дальше. Коэффициент детонации показывает детонометр Мигура. Модель 668F. Скорость 3170 Гц, что на 5 Гц отличается от номинальной 3165, записанной на этой измерительной кассете. Скорость гуляет от начала к концу кассеты, плюс-минус 5 Гц. Коэффициент детонации по шкале DIN, взвешенная шкала, проградуирована 0,3%. Смотрим. Значения показывают. Среднее положение 0,1%. Что соответствует штудеру А710, согласно его паспортным данным. Проверка закончена.